Азербайджан с силой решил вопрос территорий. По сути, у нас не осталось ничего. Взамен на что будет обсуждаться статус Карабаха? Баку считает вопрос решенным, и мы вошли в последний этап. И сейчас Баку будет пытаться создать такие ситуации, чтобы в остальной части Карабаха по малым частям была принята власть Азербайджана. Об этом в интервью армянским СМИ заявил второй президент Армении Роберт Кочарян. Вместе с тем он отметил, что нынешние власти Армении превратили страну из военно-политического союзника России в ее протекторат. По иронии судьбы, это сделали люди, которые проводили акции с требованием убрать российскую базу. Из военно-политического союзника Армению превратили в протекторат России. У генерала Мурадова больше роли в обеспечении безопасности, чем у верховного главнокомандующего вооруженных сил Армении, сказал Кочарян. Кочарян считает ошибочным то обстоятельство, что руководство Армении теперь не раскрывает масштабы потерь армии. Стремление скрыть это от общественности экс-президент считает издевательством над обществом и гражданами. «Лучше всех о наших потерях знают Турция и Азербайджан. Для них все это давно уже известно. Исходя из этого, мне непонятна мотивация властей. То, что у нас осталось, не нужно раскрывать, это понятно. Но все, что потеряли, давно уже не секрет для противника», – добавил он. По словам Кочаряна, армянская армия понесла ущерб в размере 3 миллиардов долларов. Я